Здравствуйте. Сегодня у меня такая тема — всходы бегонии. Бегония клубневая, сеется семенами. Сеяла 22 марта и взошли у меня 2 апреля. Восходили они у меня 11 дней. Долго, потому что дома у меня температура держится 20 градусов. Было бы 20-25 градусов, 24-25, они бы взошли бы на 5-7 день рано. Время, количество дней, через которые сходят, напрямую зависит от температуры воздуха. Вот. Здесь у меня посеяно 5 штучек. И на данный момент все 5 и взошли. Они очень миленькие. Очень маленькие они. Расти они будут медленно достаточно. Первые 1,5-2 месяца они будут приблизительно в одном таком возрасте, пока они наращивают корневую систему. И только потом они начнут более или менее расти. Проветривать желательно каждый день 10-15 минут. Вот они пока взошли, но я пока открывать не буду. Поливаю я их не через поддон, а пока что еще только опрыскиваю через мелкий пульверизатор. Когда снимаем крышечку, проветриваем, и вообще желательно, когда видите, что накапливается испарение, то необходимо их протирать, чтобы не было, чтобы не появилась плесень или другой грибок. Здесь у меня также 22 марта посеяно 4 штучки семечки. На данный момент только 2 всхода взошло. Один побольше он вылез где-то числа 31 марта. И здесь совсем, совсем вот малюсенький, его даже камера не увидит. Сеялись они в гранулах. Бывает, на листиках остаются кусочки гранул. Их нужно убирать. Было перевернуто кверху вниз, чуть-чуть маленько подправила корешками, посадила чуть-чуть в землю. Вот. Нужно иметь большое терпение, чтобы их вырастить до конца. И вот этот у меня сорт также клубневый, амбассадор, вечно цветущие. Ну, сеяла их почему в марте? Потому что хочу, чтобы зимой они у меня находились в доме, пока вырастут. И как раз потом, на следующий год, весной рано, они зацветут. Здесь у меня не 5, а 10 штучек. Нечаянно обнаружила еще во второй запасной. В пачечке упаковки положили мне. И вот из 10 здесь у меня взошли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И здесь еще малюсенький 8 всходит. Вот сегодня я их уже проветривала. Сейчас тоже назад закрою. Поливала также. Все. Ну, вот этому цветочку у меня также бегония. Какой сорт, я уже не скажу, потому что сеяла много сортов. Посев у меня есть видео на моем канале. Это посевы у меня были 7 месяцев назад. Но тут у меня они плохо росли. Я еще не знала, как правильно садить. Я думала, они так и маленькие, что-то не то. Я их то закормила, то ли что. В общем, из 40 штук у меня выжил только один. Он уже был пересажен раз, наверное, 10 из всех разных. Но вот последние 2 недели начал хорошо расти. Ну, посмотрим, как будет дальше. Что это за сорт? Даже не знаю. Ну, прям такие листики. Как красота прям. Ну,
Буду надеяться, что этот мой второй опыт посева и выращивания даст результаты.